Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке мы с вами подключим плагин рейтинга для наших товаров, а также для категории и для страницы производителя. На странице категории рейтинг, вот, например, выглядит так, вы видите звездочки. Если зайдем на производители, то звездочки видно здесь. Ну и, соответственно, если зайдем внутрь товара, звездочки здесь есть. Давайте установим такой плагин рейтинга для нашего магазина. Переходим в админку нашего сайта, переходим в расширение, менеджер расширений. Заходим в дополнительные материалы, компоненты, Joomla Касса. И находим такой плагин JK Voites Star Rating. Перетаскиваем его к нам сюда в поле и загрузить и установить. Плагин установился. Давайте перейдем в расширение, менеджер плагинов. Отсортируем, чтобы у нас плагин оказался наверху, заходим в него. Первым делом мы его включаем. Описание. Вот видите, звездочки, да? Можем почитать. Первая сразу настройка доступ. Все или зарегистрированные, то есть кто может голосовать. То есть если только зарегистрированные пользователи, то обычные гости вашего сайта не смогут оставить свой голос. Я оставляю все. И у нас есть три варианта, где отображать данный плагин. Вот давайте оставим на странице продукта, нажмем сохранить, перейдем в товар. И у нас вот появляются здесь такие звездочки. Оставляю голос, спасибо, ваш голос принят. Общая оценка 1. Сейчас видно, на странице категории нет звездочек. Если вы хотите отображать здесь тоже, то вот здесь страница категории показать. Ставим, сохраняемся. Обновляю страницу, и вы видите, звездочки здесь отображаются. Там, где я поставил 4 звезды, у меня сразу и на категории здесь выводится данный результат. И давайте зайдем внутрь, зайдем по производителю, кликнем. Здесь ничего нет, если здесь нужны звездочки, то здесь страница производителя, ставим кнопку «Показать», сохраняемся, обновляемся. Звездочки есть. В принципе, все на этом плагине, но для этого магазина плагин рейтинга, он существует не один, есть еще один, только он выглядит по-другому. Можно проголосовать пальчик вверх или пальчик вниз, то есть либо хорошо, либо плохо. То есть здесь на ваш выбор, либо этот плагин используем, либо другой. Поэтому этот плагин я просто отключаю. И давайте установим и рассмотрим другой плагин рейтинга, менеджер расширений. Он находится чуть выше и называется Like Продукт 2.0. Перетаскиваем, загрузить и установить. Расширение менеджер плагинов. Заходим внутрь. Включить. Здесь практически те же самые настройки. Доступ также все или зарегистрированы. Страница продукта, то есть где ставить данный плагин, да? Категории производитель. Давайте оставим как есть. Сохранимся. Обновимся. И у нас здесь появляется пальчик «Нравится» и «Не нравится». Ставим «Нравится». Спасибо за ваш голос. Ваш голос принят. Давайте перейдем в категорию. Также здесь выводится «Плюс один». Давайте посмотрим. Здесь еще есть компактное отображение. Посмотрим, как это выглядит. Сохранить. Обновляемся. И у нас выглядит просто, видите, вот пальчики такие. И здесь написано «Общая оценка продукта плюс один». Один раз нажали «Нравится», «Не нравится» нажали 0. Дальше. Здесь у нас еще есть макет Bootstrap. Вот здесь, вот, в принципе, видно. Вот верхние вот эти кнопочки. Это обычное отображение. Bootstrap выглядит вот так. То есть, если вам больше нравится, давайте попробуем включить Bootstrap, отображение макета. И здесь, вот смотрите, кнопка «Нравится». Можем из списка выбрать этот цвет кнопки. Например, оставим вот такой. Кнопка «Не нравится». Предупреждение. Давайте посмотрим. Сохранить. Обновляемся. То есть вот такие вот кнопочки, видите, симпатичные. То есть также все работает. Даже лучше, наверное, вот такие, да, кнопочки. Красивее смотрятся. А теперь не компактный вариант, а обычный. Сохраняемся. Обновляемся. То есть вот такие вот. Нравится, не нравится. Давайте поставим Danger. Скорее всего, это красный цвет. Да, вот так вот. Не нравится, будет красный цвет. А нравится, лучше, наверное, поставить зеленый, да?
Выбираем кнопку «Нравится» вот этот вариант. И тогда у нас здесь будет зеленая кнопочка. Вот такие вот плагины существуют интересные для данного компонента интернет-магазина. На этом урок закончен. И увидимся с вами в следующем.